И всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня покажу Майнкрафт 0.14.0, билд 5. Да, опять же вышла 5-я версия Майнкрафта, и здесь нам опять же исправили только черные баги, но и также добавили новый скин-пак, который вы можете рассмотреть сами. Для этого вам понадобится идти в главное меню, и там выбрать скин-паки. Но этот скин-пак я вам уже показывал. Ну и дальше... А дальше нам исправили очередные баги. А, примерно нам увеличили загрузку Майнкрафта. Теперь у него будет больше FPS, и грузиться он будет несколько раз быстрее. Также маленько изменили у нас раздатчики. Вот давайте сейчас вам покажу. Вот, то есть им добавили больше слотов инвентаря. Да, у них теперь больше вот этих квадратиков. И ложить в них можете больше несколько раз вещей. Да, довольно прикольно. Вот давайте я его ставлю. Дальше у нас идет воронка. Воронку теперь тоже изменили, то есть она теперь будет просто-напросто работать. В билде 4, если не ошибаюсь, она перестала работать. Дальше нам сравнили баг с забором, который у нас был раньше. Теперь на заборе не будет никакого пятнышка. У нас был вроде серое пятнышко, да, теперь этого не будет. Все теперь будет хорошо, и все будет приятно. Также сравнили баг с динамитом, который возникал при перезаходе из игры. То есть динамит вы ставили, выходили из игры, и динамит пропадал. Ну, теперь у кого это был баг, теперь у этих людей этот баг пропадет. Да, это все забавно. Вот, теперь также изменили дюб, точнее, убрали дюб вещей, когда вы берете вещи из рамки. Теперь все хорошо. И игра стала довольно приятней. Ну и чем было раньше. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.